нашем объединении очень много замечательных людей, лауреатов всероссийских международных фестивалей. Некоторых из них вы сегодня услышите, а я позволю себе прочитать стихотворение, посвященное творческим собратьям, ровесникам. Ты же сам выбирал этот путь по карнизам и крыше. Ты же знал, все заранее знал. Так чего же ты ждешь? Что ты хочешь сказать? Кто поймет тебя здесь? Кто услышит? Что ты шепчешь сейчас? То ли молишься, то ли поешь? Этот город внизу растекается, плещется, манит. Что он знает о тех, кто застыл между ним и луной? Что ты знаешь о нем? Кто спасет тебя здесь? Кто поймает? Кто удержит тебя на карнизе в ладонь шириной? Только ветер бокалем шершавыми трется о крыше. Никакая судьба не защита, ты знаешь, родной. Попросить за тебя? Кто поймет меня здесь? Кто услышит? Кто удержит меня на карнизе в ладонь шириной? Идут участники нашего